Жуткое ДТП в Кусинском районе. Лихач на скорости сбил двух пешеходов, которые шли по обочине. Супруги чудом остались живы. С тяжелыми травмами их доставили в больницу. Авария произошла днем при въезде в поселок Медведевка. 20-летний водитель ВАЗа 6-й модели не справился с управлением. На повороте машину занесло. Чтобы уйти от столкновения с грузовиком на встречке, автомобилист выехал на обочину и сбил двух пешеходов. После чего «Жигули» вылетели в кювет и перевернулись. Пострадавшую 41-летнюю женщину и ее 38-летнего мужа с многочисленными травмами госпитализировали. Сам водитель легковушки не пострадал.